Дорогие друзья, поздравляю вас с наступающим 2024 годом. Обычно в своих новогодних поздравлениях я рассказываю, что будет происходить дальше. И я зарекся, вот, потому что мне кажется, что я накаркал. Вот, поэтому я думаю, давайте мы в этот раз изменим традицию. И я вам не буду рассказывать, что будет происходить дальше. Я просто скажу, что очень важно, чтобы что бы ни происходило, мы сохраняли здравый, ясный ум, мы сохраняли хорошее внутреннее состояние, и мы, конечно, любили людей, с которыми нас повстречала жизнь, помогали друг другу, сочувствовали друг другу. И так мы все преодолеем и со всем справимся. С наступающим Новым годом!